Мы делили апельсин, много нас, а он один, а он не один. Короче, всем привет. Сегодня вот я рассмотрела для себя такой проект, называется он «Апельсин». Запустился он месяц назад, пока проект новый, на пике популярности. Я считаю, что проект с небольшим входом, куда идут люди. Часто мне попадался, так что будем регистрироваться. Пишем сюда имя, email, логин, пароль, повторяем пароль. И смотрим здесь, кто вас пригласил. Должно быть написано «Ирина» и мой логин «Ирабизнес». После регистрации нас перекидывает вот сюда. И смотрим, какие здесь у нас тарифы. Гамлин, вход 280 рублей, Верна 1450 и Салустиана 120 рублей. Вот наша партнерская ссылочка, которую я сейчас скопирую и буду вам давать. Сразу мы видим конкурс репостов, видео по проекту. В общем, надо сейчас занести денежки на баланс и оплачивать. Нажимаем вот сюда «Пополнить баланс» и сумма пишем 280 рублей. «Пополнить». Здесь сразу указываем свой Payeer кошелек. Сюда будут приходить денежки. Что мне здесь нравится, что деньги приходят на Payeer и не нужно заказывать вывод. Это большой плюс. Все, нас перекинуло на Payeer. Выбираем рубли. Подтверждаем. Жмем подтвердить. Итого к оплате. Видим на балансе 280 рублей и нажимаем активировать. Активировалась моя матрица Гамлин. Вот это стол номер один. Заходим в профиль. Вот здесь вот вы можете указать свой телефончик и ссылочку ВКонтакте. Нажимаем сохранить. Здесь мы ставим свою аватарочку. Просят у нас квадратное изображение. Так, видите. Не более 1 мегабайт. Максимум 500 на 500 пикселей. Заходим в свою фотографию, нажимаем «Изменить» и вот здесь пишем 500 на 500. В общем, в Paint я изменила размер, поставила 500 на 500 пикселей. И у меня фоточка прошла. Нажимаем «Сохранить». Ссылочку свою под меня я оставлю под видео. Маркетинг вы можете посмотреть на главной сайта. Скорее всего, я потом его выложу и расскажу. И до скорых встреч!